Приветствую, друзья, вот мои красавчики. Сегодня я вот собираюсь их обработать от всяких паразитов, от пухопероеда, от всяких жуков, которые на них, хотя они чистые, но все равно обрабатываю, все равно на ком-то что-то будет. Вот сегодня хочу показать, чем я обрабатываю. Ну и вот, друзья, вот эта штука называется Entamazan S. Берем вот такую вот штуку, которая можно опрыскивать голубей. Заливаем в нее 400 миллиграмм воды. Берем шприц. Сейчас открою. И набираю два кубика. Два кубика набираю. Это через иглу немножко, чтобы набралось. Нет, не добрал. Ну вот, два кубика и прям заливаю внутрь. Вот она такая вот. Залил. И вот такой вот покрывается, запах керосина от нее идет такой вот. Ну, эффектная штука. Закрыть и помешать. И вот она вот в такую жидкость превращается. Ну все, на паузу пойду голубей поймаю. И вот поймал голубя. Вот голубка красавица. Вот голова. Главное, чтобы в глаза, в клюв, на слизистую, в общем, не попадала. Вот так берете. Одной рукой закрываете. Вот голову закрыли. Вот она. Чтоб не попало ничего. Вот закрыто полностью. Вот так вот резко. И вот все. И в голубятню. И вот голубятню. И сейчас следующего. Сейчас еще одного покажу. Сейчас поймаю. Вот еще одного поймал. То же самое. Поднимаете крылья. Закрываете полностью. Вот так вот. Обездвиживаете. И опрыскиваете. И все. Вот. И вот так по очереди продолжаете. Ну вот, друзья, все, опрыскал, обработал их. Вот, чешется уже одна. И посмотрим, будут танцевать, не будут танцевать. Вот они, мокренькие. И можно даже вот аккуратно, чтобы туда вот не попадало на голубей, можно по углам все опрыскивать. И ничего здесь не останется. Никакой вот этих грызунов не будет. Очень сильное средство, очень. Ну, посмотрим, будут они танцевать. Кто будет, кто не будет. О, дергается уже. Вот. По-любому что-то сидит. Как бы они не были чистыми, вот так на первый взгляд, все равно что-то у кого-то сидит. Ладно, друзья, посмотрим, как дальше, кто будет танцевать. Уже попозже покажу, посмотрим. Ну и вот, друзья, вот чешутся, вот минут 30 прошло. О, танцует лезгинку. Вот кто более чище, не очень так, вот тоже. А вот это больше всего. Вот они чешутся. Очень хорошее средство, очень.
очень хорошо убирает паразиты. Они начинают, эти паразиты, начинают уже двигаться, вот дискомфорт у них. И тех тоже, вот маточник вот с той стороны тоже обработал. А, дергается. Резинку танцует. А эти вот сверху, видите, спокойные, знаешь, чистые были. Тут многие спокойные. Ну, дальше не знаю, как будет. Может, дальше зачешется. А то ли себя. Ну, вот так как-то, друзья. Думал, делал, и думаю показать, может кому-то понадобится. Средство очень сильное, ну, главное, дозу не переборщите, она обжигает тело очень сильно. Если вот попадает на открытое место, вот на кожу, если переборщить, я как-то переборщил, и обжигает кожу. Ладно, друзья, всех благ вам. Всего хорошего. Удачи.